Большая часть вольеров пустует. Такого в владимирском приюте «Атлант» не было давно. В один день волонтеры из столицы забрали сразу 7 собак. 4 добровольцев увезли в Москву. Остальные получили билеты в совершенно новую жизнь. Бродячих животных из России, оказывается, с нетерпением ждут жители Европы. Приехали к нам неоднократно, забирали у нас животных, соответственно, вакцинированных, стерильных и чистых животных. Вот. А у них есть договор, оказывается. Договор есть с Германией, с Швецией. Вот. И наши питомцы, и части наших питомцев даже сейчас проживают там. Нам присылают места, где они живут. И мы, собственно говоря, рады. Пристраивать четвероногих друзей в добрые руки приюту помогает председатель Альянса защитников животных Марина Собянина. Благодаря ее постам в соцсетях только за последние 4 месяца новый дом смогли найти 50 кошек и собак. Бывает, волонтеры спрашивают у нас по отлову, собака попала в Атлант. Присылают мне фотографии, я говорю, да, эта собака здесь, либо да, эта собака уехала. Вот фотографии из дома. То есть отправляю фотографии из дома. Так что если есть волонтеры, которые вдруг потеряли собаку на улице, могут присылать, допустим, фотографии нам или в Атланту, они сообщат, здесь собака или она уже пристроена. Фотографии этих животных Марина тоже опубликовала в интернете в надежде, что добрые хозяева найдутся и для них. Приют собак и кошек привозят каждый день. Здесь им делают все необходимые прививки. Это помогает уберечь брошенных животных от смертельных инфекций. Также ветеринары оперируют своих подопечных. Очень часто неравнодушные люди привозят к ним покалеченных животных. Большое количество бездомных животных с дороги, особенно котов сбитых. Вот особенно сейчас в гололед. То есть первая помощь, хирургические какие-то манипуляции проводим каждый день. Так как у нас здесь приют, мы стерилизуем животных или кастрируем для того, чтобы пристроить хорошие, надлежащие руки. К животным здесь относятся с любовью, самые маленькие под пристальной заботой. Чтобы щенки не замерзали в морозы, на них надевают детские распашонки. Ну, конечно, теплее, чем на улице, но еще все равно прохладно. Мы одеваем обычно вот рубашечки, и им это нравится. Сейчас в Атланте для лечения животных очень нужны медикаменты. Узнать, каких именно препаратов не хватает ветеринарам, можно по телефону приюта. Елена Павлова, Егор Герасимов, Губерния, 33.